Ну оправдайся, Владик, заебал. Но ты понимаешь, что вот этот теперь лидер... Чего ты говоришь? РКПД, деревенской твоей полиции. Ну вот. Ты понимаешь, что он сейчас улетит с ЧСГОС? И тупо из-за тебя. Улетает он с ЧСГОС, через проект. Тупо из-за того, что... как бы он работал на ОПГ, причем еще в таком ранге. В 10-м. Скажи, ты труса? Да? Ну так если уже спалили, алло. Какой это ранг в ФБР? Я не ФБР, вообще никакой ранг. Мне платят, я делаю. Все, давай тогда. Ну то есть по поводу теракта это ты выложил им, да? То, что там теракт. Нет, по поводу теракта не я. Это уже не я, братан. Ладно, говори, какую инфу ты предоставлял? Кто тебе, кстати, платит? Лидер ФБР все-таки платит, да? Я только камеры расставил и все. А, я понял. Нет, ну я просто не понимаю, зачем так делать. Типа, блядь, к вам хорошо везде относится, я хорошо к нему отношусь. Видишь, дал пятый ранг. Все, я его ливаю, я захожу в игру специально, чтобы его ливать.